Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И у меня сегодня для вас вот такая вот распаковочка. Кто уже видел такие наборы, скорее всего, конечно же, узнал их. Эти новые спицы, новая серия от Knit Pro Mintful. То есть вот такая обалденная мандала нарисована. На каждом наборчике я себе взяла набор укороченных спиц. Дизайн у этой серии неповторимый. Если вы увидели их один раз, вы уже их ни с чем не перепутаете. Я их увидела первый раз у Тани Одинцова. Она делала обзор большого набора. Вот, мне тоже очень захотелось. Но это не реклама, я сразу вам говорю. Я их смогла купить на Валберис, то есть вот только что была черная пятница, увидела, что цена достаточно неплохо упала к этому дню и купила себе подарок. Сегодня как раз праздник, день рукоделия, с чем я вас и поздравляю. Ну вот, получила к празднику этот наборчик. Вот здесь вот была такая пломбочка, правда, я ее уже открыла, так как делала маленькую распаковку для Инстаграма и для Телеграма своего. Так что, если вы все еще не вступили в мой канал Телеграм, переходите по ссылочке ниже. Там всегда самые актуальные новости от меня. Вот, в общем, вот так красиво все упаковано. Сейчас, чтобы не шуршать, уберу эту бумажку. И вот такой вот красивый бокс, да, то есть смотрите, у нас был один мешочек, тут из мешочка мы достали вот этот вот бокс. А чтобы открыть, беремся вот за этот красивый брелок, он тоже, видите, в форме мандалы сделан. Да, кстати, про чехол не сказала, он выполнен из... По-моему, это хлопок, может быть, какая-нибудь смесовка, может быть, лен. Но вот такой вот натуральный здесь состав. Мандала расположена вот так вот на две стороны. Если мы открываем, то здесь бежевый фон и зеленая мандала. А когда мы открываем, внутри все зелененько. Посмотрите, как красиво. А здесь еще одна сумочка, в нее мы заглянем чуть попозже. В этот набор входят 7 номеров спиц, то есть начинается размерный ряд, так скажем, с 3 миллиметров и заканчивается 6 миллиметрами, то есть 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 и 6. Это маленький набор, есть наборы, так скажем, с полным количеством спиц, там либо 11, либо 12 номеров. И вот этот вот квадратный чехольчик, да, а у тех, у полных наборов, у них такой полукругом чехол, и когда раскрываешь, получается полностью вот такой вот круг. И еще хочу заметить, наборы отличаются бежевым фоном и зеленой мандалой, когда это укороченные спицы. А если чехол зеленый, а мандала бежевая, то тогда это стандартный размер спиц 13 сантиметров. Здесь по 10 сантиметров спицы. И смотрите, что самое приятное я заметила. Ну, во-первых, спицы достаточно острые. Я люблю острые кончики у спиц. Мне это очень нравится. Так, здесь на спице написано название компании Knit Pro, да, 3 миллиметра, то есть размер указан. Достаточно крупно это все видно. И что самое замечательное, на каждой спице вы можете прочитать, ну, так сказать, слово пожелания. Это меня прям затронуло до глубины души. Смотрите, вот здесь написано Explore, это исследовать. На каждом номере своя, так скажем, свое пожелание, свое слово. Например, на четверке мы видим Dream. Знаете, наверное, да, что это мечтать. Так, вот здесь вот на 4,5 что у нас? Rejoice, это радоваться.
Так, здесь на шестерке. На шестерке мы видим peace, это мир и так далее. Ну, вообще, понимаете, как продумана была эта серия, да, и сколько было вложено души в создание этих спиц. Мне прям это очень зацепило, так сказать. А давайте посмотрим, что у нас вот в этой сумочке. Итак, открываем один замочек, там, видите, еще есть кармашек. В этом наборе два размера лесок и линеечка, да, для определения размера спиц. То есть тоже нужная вещица, и она вот такая маленькая, аккуратненькая, в принципе, всегда будет под рукой лежать в сумочке. И что самое замечательное, на что я хотела бы обратить ваше внимание, вот эти вот стаканчики, они крутятся. То есть вот я держу спицу, да, тут как раз вот указано нит про номер, вернее размер лески, и что-то еще написано, не могу прочитать. Вот, то есть вот видите, надпись на месте, а стаканчик крутится. Вот это вот прикольная штука. Ну и раз этот набор с укороченными спицами, то и сами лески тоже, видите, маленького размера, для того чтобы удобно было вязать какие-то небольшие изделия, то есть, ну, например, шапки, рукава. Вот этот размер можно использовать в начале рукава, пока он еще широкий, и потом, когда уже будет выполнено достаточное количество убавок, можно переходить на вот такие вот маленький размер лески. Сама леска такая тоненькая, посмотрите, она не пытается завернуться в какие-то колечки, она достаточно послушно себя ведет, то есть никуда не скручивается. Вот здесь вот переход с лески на стаканчик, ну вот, по крайней мере, руками на данный момент могу сказать, что ничего нигде не цепляется, все достаточно гладко и аккуратно. И предлагаю сравнить вот эти лески с лесками, например, от Чиагу. Посмотрите, я просто хочу попробовать их руками на ощупь. Вы знаете, примерно одинаковые по размеру и по своей жесткости. Может быть, красная леска помягче, чуть-чуть помягче, но они похожи, да. Вот у Чиагу такие короткие стаканчики, здесь стаканчик удлиненный, ну вот примерно, да, в два раза. И обратная, так скажем, резьба, здесь на стаканчиках резьба, и она вкручивается в спицу, а у Чиагу наоборот, резьба на спицах, и спицы вкручиваются в стаканчик. Вот, ну, в принципе, меня жесткость вот этой вот лески достаточно устроила при сравнении. Так, давайте посмотрим, что у нас еще здесь положили в этот набор. Смотрите, вот такая маленькая сумочка я достала из кармашка. Смотрите, мы сначала одну сумочку открыли, вторую достали, потом из нее достали третью, теперь четвертую. Это как матрешки какие-то, да, достаешь, и каждая все меньше и меньше и меньше. Давайте посмотрим, что у нас положили вот в эту мусипусечную сумочку. Так, сейчас я все достану. Так, вроде бы все достал. Смотрите, здесь вот такие милые 4 заглушки для спиц. Выглядят, конечно, вообще шикарно. А 2 соединителя. Мне вот всегда не хватает соединителей вот этих вот. Это вот замечательно, что их в наборе идет сразу 2 штуки. Ну и 2 ключика для плотного соединения спицы с леской. Вот такой вот арсенал мы нашли вот в этой сумочке. Так. И здесь, посмотрите, тут еще полный карман. А, вот сейчас. Так, как же это подцепить?
Вот две иглы для сшивания трикотажных изделий зелененького цвета. Все прям под цвет, очень все красиво. И сейчас я попробую тут вытащить это все за раз. Да, у меня получилось. Посмотрите, какая красота. Разного размера маркеры. То есть вот выбирай все, что хочешь. Есть разъемные маркеры, есть в форме колечек, есть в форме вот таких вот, как это назвать, крючочков, да, которые так вот зацепляются. Вот, и можно их потом будет снять. То есть, если вы провяжете вот такой маркер, его придется ломать, а вот этот вот можно подцепить где-то и потом убрать с этого места. То есть, и для тонких спиц удобно, и для спиц побольше, и если большими спицами что-то вязать. Вот большие маркеры. Смотрите, как чудесно. Полный карман маркеров. Ну и хочу попробовать прикрутить спицы. Так, то есть тут придерживать надо стаканчик рукой, потому что если его не держать, он крутится. Чем удобно вот это соединение с таким вот подвижным стаканчиком, когда мы вяжем, получается, что все равно какие-то действия производим, да, и ну, спицы вот так вот перекручивается. И иногда бывает, смотришь, а там что-то вот закрутилось, все вязание куда-то в какую-то петлю. Приходится вот так вот разворачивать, распутывать. Вот, наверное, сами замечали такое. У меня вот такое часто бывает. Так вот, с такими стаканчиками никаких свертываний лески происходить не будет, потому что когда мы вот хоть тут крутись, хоть закрутись эту спицу, она будет крутиться стаканчиком на леске, и леску не будет за собой тянуть, да, и закручивать. Сейчас вот возьму ключик, подтяну, ну и в принципе держится все очень хорошо. Вы знаете, вот соединение такое, я бы сказала, идеальное, нигде ничего не цепляется. Ну, надо, конечно же, попробовать сначала это все повязать, чтобы почувствовать на пряже. Так, если мы говорим о размерах, так, ага, вот, смотрите, сама спица 8 сантиметров и стаканчик 10 сантиметров вместе со стаканчиком получается. То есть, ну вот, в руках вот так вот это будет выглядеть. В принципе, ну, пока я ощущаю все очень даже достойно и приятно. Я решила сейчас взять пряжу, попробовать повязать, ну и рассказать вам о своих первых ощущениях, о первых впечатлениях от этого набора. Ну, по крайней мере, вот на данный момент то, что я вижу, то, что я обнаружила здесь, так скажем, в комплекте, меня это очень-очень порадовало. Ну что, девчонки, повязав буквально тут минут 10, наверное, да, вот такой малюсенький образец я связала, даже пряжу нашла примерно такого же оттенка. У нас сегодня все в мятных тонах, и пряжа, и набор, и мои ногти даже под набор. Хочу сказать, что да, в принципе, вообще очень удобно. Острота кончиков меня вполне устроила. Вот здесь вот, когда я вяжу, я спицу прижимаю к руке. Вот, ну, то есть, как бы вот этим местом на спицу немножко облокачиваюсь, так сказать, рукой. И здесь вот вроде спица закончилась, да, ладошка еще нет, но, тем не менее, достаточно комфортно. Я не почувствовала каких-то особых неудобств. Говорю, острота кончиков мне понравилась, вот прям как я люблю. Почему люблю? Потому что у меня, как вы знаете, есть чагу. Вот так вот, это 2,75. У чагу начинается 2,75 и дальше идет 3,25. Ну вот, в принципе, почти что, да, чуть тоньше эта спица. Вот чагу, вот нитпро. Видите, у них кончики абсолютно одинаково острые. Давайте сравним какие-нибудь еще. Так, сейчас это уберу. Например, 4,5.
Вот 4,5. Так. Вот. Видите? То есть острота кончиков прям как у чагу. Я чагу просто обожаю. Знаете, еще что я хотела бы отметить? Вот, к примеру, у чагу вот здесь гравировка. Я не знаю, видно вам или нет. В общем, я точно так же совсем не могу ничего разглядеть. Очень сложно увидеть. Вот так вот каждый раз смотришь на свет, приглядываешься, приходится надевать очки. А у Нитпро, посмотрите, большие, хорошие, толстенькие буквы, цифры. То есть здесь видно все невооруженным глазом, не надо бегать за очками. Это меня прям порадовало. Вот здесь вот каждый раз приходится доставать очки или лупу. Можно сравнить, например, еще вот с этим набором. Здесь вот самые тонкие спицы. Нет, давайте 4,5 тоже возьму, раз уж у меня 4,5. Так, вот 4,5. У этого набора чуть тупее кончики. И вот я чувствую это. Здесь вот прям остренько так, а здесь вот гладенько уже. Вот. И я вот этими спицами стала вязать реже. Все-таки руки тянутся к чагу. Я предпочитаю такие остренькие кончики. То есть имейте в виду, что вот этот новый набор, он прям как чагу один в один. Посмотрите, здесь в наборе лежала вот такая брошюрка. Насколько производители заботятся о нас. Это упражнение для того, чтобы сделать зарядку во время вязания. Размять свои ручки, да, размять свои бока, потянуться, чтобы быть в форме, чтобы наши руки меньше уставали. Вот. Ну и в завершение тут давайте полистаем еще каталог, который положили мне с этим набором. А тут все не на русском языке. А потом можно посидеть, перевести. Вот видите, баланс. Новое слово, это уже десяточка. Тоже письмир. Так, вот я говорила про какой набор. То есть зеленый цвет, да, внутри бежевый. Значит, это стандартный размер 13 сантиметров, и их здесь до 12 размера, до 12 миллиметров они идут. Всего их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук. Да? Такой же набор, как мой, но только зеленого цвета, то есть спицы 13 сантиметров. И вот бежевый верх внутри зелененький. Это вот мой набор. А здесь полный набор. То есть здесь укороченные спицы, и они идут до 10 размера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, да, 11 номеров. Здесь 12 номеров. Вот эти вот маленькие наборы по 7 номеров спиц. Вот есть наборчики со спицами для вязания носочков. Есть вот такой наборчик, смотрите, маленькие спицы, 8 номеров, начинается с двойки, 2, 2,5, 3 и до шестерки. Вот. Ну, какие-то сумочки дополнительно можно купить. Лески отдельно покупаются, вот маркер, линейки, сантиметры, счетчики рядов, иголки, ножницы, это блокаторы, там, например, если вы шали вяжете, блокировать изделия. Ну и здесь написано «Открой для себя жизнь Митфул», то есть Митфул — это коллекция спиц, вот такая красота. Я надеюсь, что мой обзор был для вас интересным и полезным. Мы с вами сравнили спицы и лески с другими наборами, то есть у вас теперь есть представление о том, к чему стремиться, да, о чем мечтать. Я желаю, чтобы у всех у вас были качественные, классные, вдохновляющие инструменты.
Желаю вам приятных рукодельных вечеров. А с вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!